Со дня крушения лайнера Аэробус А310 в Иркутске прошло 15 лет. Пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в гаражи 9 июля 2006 года. На борту воздушного судна начался пожар. Благодаря героическим действиям бортпроводников и экстренных служб удалось спасти 78 пассажиров авиалайнера. Трагедия унесла жизни 125 человек. В аэропорту сегодня почтили память погибших.